Всем привет! И это возвращение вашей любимой рубрики «Осенило», где я провожу параллели между английскими словами и нахожу их в русском, подтверждая то, что это не совсем русские слова-то изначально. Чё, пойдём поплаваем, может быть? Вот об этом сегодня и поговорим. Как можно плавать? Давайте разберемся. Есть стиль «кроль», про которую многие говорят, какие-то там непонятные ресурсы, источники, что это от того, что типа кролик, кроль. Нет, это от того, что crawl, то есть вы ползете по воде, полное его название front crawl stroke, вот так это называется, ну или просто front crawl, и вы, ну, ползете по воде, вот, собственно. Что касается браса, я тоже читал, что типа это отбросать, хотя, видимо, совсем неграмотный какой-то был автор этой теории, потому что бросать, но брас, это от французского, но не берите в голову. Но если прям совсем интересно, это от французского слова месить, бра, что-то там такое, Варя лучше знает, жена моя. Ну и чё, баттерфляй-то уж и ежу, понятно, что это от баттерфляй, ну, бабочка, то бишь. Так что вот знаете, что никаких кроликов и бросков там нет. Это какие-то псевдотеории. Ну и чё? Пойду поплаваю, что ли? Пишите в комментах, как мне поплавать. Кролем, брасом или баттерфляем. И надеюсь, вас тоже осенило, как и меня. Всем пока.